Привет! Вы на канале Веселый Дилан. Поиграем? Добрый день! Только что приехала в город на поезде. Мне нужно попасть в центр. Подскажите, на чем я смогу доехать? Вам нужен 17-й трамвай. Я как раз на него спешу. Пойдемте вместе. О, вот и наш трамвай. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – парк культуры. Приехал только что на Сапсане в город. Срочно бегу на работу. Наверное, надо бежать на метро. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Центральная. Джек, нам побыстрее надо добраться с вокзала до университета. Наверное, поедем на 168-м автобусе. Да, давай. Побежали. Ага, вот и наш автобус подъезжает. Ну что, побежим быстрее? Давай, давай. Двери закрываются. Следующая станция – парк культуры. Привет, Сэм. Привет, Ник. Слушай, друг, намечается неплохое дельце, но нам нужны нормальные тачки. Да, на этих развалюхах мы далеко не уедем. Поехали в автосалон, попробуем их сдать и взять на обмен что-то получше. Давай попробуем. Да, тут есть чем поживиться. Пойдем посмотрим поближе. Давай. Господа, рады приветствовать вас в нашем автосалоне. Проходите, пожалуйста. Да, может быть, кофе? Послушай, босс, вот видишь две старые точилы, Хонду и Мерсик? Нам нужно что-то поновее, потому что эти что-то уже как-то не очень ездят. Что ты нам сможешь предложить? Ой, ну давайте оценим, на что ж способны еще ваши машины. Джек, срочно сюда. Нужно срочно продиагностировать два этих автомобиля. Сколько мы за них можем получить денег? Да, босс. Сейчас все проверим, и я расскажу, на что они еще годятся. Так. Honda, понятно. Ага. А вот и Mercedes.
Так, а где моя дрель? Дрель надо. Босс, ну мне все понятно. Давайте я вам расскажу, что это такое за автомобильчики. Да, Джек, я понял. Сейчас подумаю. Господа, а что вы хотите за автомобили взамен? Ну, нас интересуют два этих джипа. Вот этот красный, Toyota, и Ford 150. Нам отлично подойдут. Ну, понимаете, ваши автомобили совсем старые, стекла побиты, зеркал нет, еле ездят, двигатель уже совсем изношенный. Мы за них не можем дать много денег. Да, шеф, нам очень нужно два новых джипа, и мы их забираем. Как это забираем? Я не понял. Давай, Сэн, залазь в машину. Поехали, потом разберемся. Окей. Что происходит? Срочно звони в полицию. Алло, полиция, это автосалон. У нас только что угнали два новых джипа. Срочно приезжайте. Да, вызов принял. Сейчас выйдет группа реагирования. Так, а ну хватит пить чай, всем быстро на вызов. Да-да. Так вот, были мы как-то в патруле. Ой, вызов поступил. Срочно надо бежать. Побежали. Да-да. Потом чай попьем. Срочно объявлена операция «Перехват». Мобилизуем все группы реагирования. Да-да, шеф. Поторопились. Срочно передай всему личному составу. Преступников засекли в центре. Да, Сэм, с двумя новыми машинами мы быстро состряпаем какое-нибудь дельце и заработаем деньжат. Внимание, это комиссар полиции. Вы окружены. Сдавайтесь и выходите из машины. Все, все, сдаемся. Не стреляйте. Не стреляйте, не стреляйте. Да мы машины только покататься взяли. Мы ничего плохого не делали. Так, в участке с вами разберутся. Джон, а ну грузи их быстро в машину. Залазим, залазим. Все, все, уже идем. Так, а ну тихо там. Поехали в участок. Все, отъезжай. Полиция возвращает вам угнанные автомобили. И спасибо вам за оперативный вызов. Ой, благодарим вас за проделанную работу. Вы нам очень помогли. Да-да, очень сильно помогли. Спасибо вам большое. Наш долг защищать мирных граждан.
Mm-hmm.